Эй, всем привет, с вами Хэппи, и сегодня мы с вами продолжим играть в Сигналис. Ну шо, сигнал пойман, как говорится, поехали. Рабочая помощь, да. Ой, блин, я, конечно, никакая, но... Что-то буду пытаться сейчас с вами. Так, а что нам надо было вообще? Сейчас не об этом. Снаряга, так, вот. Офис, здесь мне надо сейф открыть. Протекторы уже. Здесь надо... элеватор контрол, так. Протекторы и элеватор контрол. Значит, идем сюда. А, записка, да. Да, блядь, уйди. Бумажка. Не хочу бумажку читать. Бумажка хуяшка. Так. Ой, да, все правильно иду. Так. Мешки от карточки, да? А карточка-то у меня хоть есть? У меня что у меня есть? Медкит, странная штука. Окей, я не могу с ним взаимодействовать. Так. Ключи протектора. А что у нас еще вообще есть по... Блок А, туды-сюды. Я как будто везде уже... пообхаживал. Но давайте, я не знаю, еще раз его зайдем. Мало ли еще, блин. Так. Сюда. Сандрагат протектора. Ясно. Нет карты. Я понял. Карты нет, пошли в жопу. Давайте. Так, карта протектора. Где может быть, сука, карта протектора? Типа... Таук сломан. Тут у нас... Да, блядь. Локерс шоверс. Ну, давайте. Локерс шоверс. У меня здесь не было. Или была. Видите. Нет. Ой, блядь. А ты хрен ли восстала? Восстала она хрен ли. Все. Жесть. Я что-то не ожидала, что она восстанет. А, сюда ж можно пойти. Меня же здесь не было, по-моему, да? О, штуцка. Берем. Им пользоваться... Да, блядь, не те кнопки, сука. Не те кнопки. Взять, да. Так. Ну пойдем. Ага, сломано. Окей, идем сюда. Открыто. Замечательно. Во! Блять. Так, а сколько у тебя используем? Нормально? Молды? Или еще? Давай еще. Не понял, конечно. Ей как? Ей нормально, ненормально, и хорошо, и плохо, и... Блядь, давай еще. Во-во-во-во-во, уже стабилизировало состояние. Так, ладно, сюда. О, вот тут уже пиздец какой-то. Частоты. Ага! Так. Луна, ёпта, луна, солнце... Исы, башня, дерево, меч. Ладно, так. Это что? Так, это накладная. Накладную не надо. Мало ли, это важная вещь. Олимпиада сломается, не будут. Так. 0, 5, 5. 0, 8, 5. 1, 1, 5. 1, 4, 2. 1, 8, 5. 2, 2, 7. Окей, хорошо. Частоты, значит, можно будет, да, послушать что-то. Что-то можно будет послушать.
Что у нас здесь? Пошла нахер, пидораска. Ремонтный спрей, давай. А что такое ремонтный спрей? Одноразовый распылитель, который позволяет наносить на поврежденные зоны полиуретановую пену быстрого действия, мгновенно останавливает уменьшение количества здоровья. А, все понял. Все понял, тоже какая-то шняга на здоровье. Окей. Ой, окей, хорошо, идем сюда. Можно? Нельзя. А сюда? Можно? О, можно. Все. Я вернулась. Отлично. Но карту протектора я не нашла, значит, карта протектора где-то здесь. А значит, сука. Так. 0,55. Значит, берем 55 делаем. Так. Один. Один, два. 2, 0, 4, 5, 1, 2. Так, ладно. 88 слушаем. 80. Ну ладно. 8. Так. Ой, включись. Ничего, ладно. 117 пробуем. 118. Назад, подожди, куда-то я слишком далеко ушла. 118. Ничего, 142. Так. 5-0-9-6-4. 5-0-9-6-4. Окей. 175-ю пробуем. 185. Так. 4, 9. А, окей. 5, 1, 1, 4, 9. И 227. Ну, а что? Так. 0. А, нет, ладно. 9, 1, 7. 8-0. Окей, будем пробовать сейчас этот набор цифр. Так. Попробуем с конца. Так, может, я тебя выключу? Спасибо, ты меня бесишь. 9-1-7-8-0. Нет. 5-1-1-4-9. Ей! Получилось! А, дерево, тут же дерево было написано. Все, я понял. Я понял, ёпта. Забрать идентификационная карта. Так, идентификационная карта. Подождите, но это не карта протектора. Давайте посмотрим на эту карточку, что у нас. Смотреть. Охранник, госпитальное крыло, уровень 3, цикл 3. Ага. Охранник, госпитальное крыло. Охранник, госпитальное крыло. Так. Корпус 3, туда-сюда. Так, охранник, госпитальное крыло. Корпус, блок 3. Типа. Блок А. Госпиталь, госпиталь, госпиталь. Наш офис. Так. Не знаю, это считается за... Ну, это же не считается за карту протектора, да? А, нет, здесь мне ничего не надо. Здесь уже я была. Здесь просто сломанный замок. Так, ладно. Сейчас будем везде пробовать пройти. Я не знаю... Тут просто сломанный замок, окей. Я буду пробовать использовать эту карту как карту протектора еще к тому же. Ну, блин. А чё, мало ли... Мало ли чё, слышите? Точно могу глянуть, куда? Мне. Замок шованный. Сотрудник А. Ключ администратора. Я только охранника.
Так, это к медицинскому персоналу открывает. А, к лифту протектора, все. Медицинский персонал, лифт протектора. Так да, так правильно. Так все хорошо. Сюда. Так. Мы помещение рабочих. А, у нас пост закрыл дверь. Окей, мы в помещение рабочих поехали на первый, я могу? А, могу, да. Еду на первый. Окей, не знаю, зачем на первый, но на первом же меня не было. Соответственно, я могу сюда пойти. Отдай карту. Спасибо. Мало ли. Еще что-то кто-то здесь этого того, да? Опа! Здравствуйте. Во-первых, патроны. Да, для бравовика. А, снова Иза. Я рада, что вы целы. Вы нашли то, что искали? Нет, я тоже кое-кого ищу. Свою сестру. Если видите, сможете передать, что я ищу? Не успокойтесь, вы поймете, что это она, когда ее увидите. Она сестра нашей вот этой вот. Вы никогда не разговариваете с другим человеком, не задумываясь, что может выдать его в последний... Хотелось бы мне вернуться, чтобы сказать кое-что еще. Это место очень странное, правда? Интересно, что здесь произошло? Это не так уж и важно. Вы мне не беспокойтесь. Теперь я смогу о себе позаботиться. Не могу и дальше полагаться на других. И именно поэтому она меня и бросила. Теперь я в этом уверена. Понятно. То есть ее, типа, она думает, что ее бросила сеструха. Что это? А! Ремонтный патч, но у меня нет места для него. Ладно, замок сломан. Ну я запомню, что здесь лежит ремонтный патч. Ремонтный хач. Ха. Какая я. А! Здесь прям все подломано нафиг. То есть здесь никак вообще, да? То есть тут вообще не выбраться через первый этаж, да? Ну ладно. Окей, через первый этаж не выбраться. Может на этом будет проще? Я не знаю, на клавомыши. Окей. Да, используем. Едем на третий. Поехали. Давай. Так. Так. Угу. Опа, опа. Опа, нам сюда. Опачки, опачки. Так, система управления перезагружена, питание прервано. Так. Уведомление карта конфисковано. Обратитесь к администратору. Ага. Раз из-за отключения питания лифт заблокировал пропуск. Придется найти другой идентификатор протектора, если я хочу снова воспользоваться лифтом. Понятно. Ясно. Окей. Окей. Интересно. Так. Вообще, как тут тогда? Ага. Окей. Все, понял. Ладно. Давайте попробую все-таки накладывать. Опа. Дробаш. Дробаш-браваш. Окей. Даже, наверное, все-таки удобнее будет с мышкой. Я теперь сейчас джойстик сядет. Потому что я еще не знаю, на каких кнопках здесь мой дорогой. Нет, нет, продолжить, продолжить. У меня все еще есть клавомышь, то есть я. Вот так вот тебя. Тварь. Так. Здесь как будто ничего нет. Пойдем сюда сначала. Да. Так, ключ от смотровой. Вот, это оно. Мне сюда надо. Ключ от смотровой. Окей. Что это? Повернуть образец. Окей. Это карточка, это мне нужна карточка вот эта, да? За стеклом вижу разные предметы, расположенные под рентгеновским аппаратом. Ага, и мне надо как-то их достать, типа?
Или что? Вот на не то, вот штука. Ну, как ты это, ну... Ну, типа, азец. Допустим, ДЦ... Б... Лол, тут реально рука? Кобздец. Ну, мне нужна, по сути, вот эта штука. Как ее достать, я пока не знаю. Ладно. Но мы запомним с вами, что здесь это есть. Мы это с вами запомним. Мы это с вами... Так. Двоючина. А, все. Так, нет. Вот. Чё я, блин? Перезарядить. Отлично. Ага, у меня патроны закончились. Понятно. Весело. Для дробовика. Они мне дают патрон для дробовика, но у меня дробовика-то еще нет. Еще от крематория. Весело. Все, пока. Пока все. Подождите. Как мне тогда штуку... А, я штуку уже использовала, да? Я могу вот здесь... Модули, карта, снаряжение, бег, взаимодействие, перемещение, радио, подготовка оружия, выстрел, перезарядка. Инструмент, это непонятно. Ладно. Окей, сюда мы можем пойти? Нет, здесь закрыто, сломано. Ладно, сломано, закрыто, закрыто, сломано. Окей. Окей, идем дальше. А, мы пошли оттуда, пошли, наверное, сюда. Дуда-сюдуда. А, нет, я отсюда пошла, наоборот. Тогда пошли наверх, попробуем. Можно ж наверх? Можно. Так, если наверх можно... А, все, сохрани. А, все. Дробовик, ёпта. Так это ж надо, это не комната, смотрите. Это... все, это кибитка, это... да. Ну что, а у меня эти... А эти у меня... есть? Так, забрать, что у меня? Патроны. Забираем все патроны и, наверное, оставим этот артефакт. Да, у меня только на ремонтный патч хватит, наверное, чтобы он остался у меня, да. Ладно. Идем сюда. Что у нас здесь? Так, тут что-то имеется. Кстати, пустую карту, чтобы приступить к печати. Ага. Пустая карта нужна. Окей, то есть можно печатать карты. Окей, окей, я вас понял. Пустая штука для печатки этих самых. Окей. Дворик, конечно, тема хорошая. Но нужно... Так, нет, я же здесь уже была. Уходим отсюда, блин. Так, но я, наверное, буду как-то пытаться пока, не знаю, на пистолет, типа, блин, хотя. Два выстрела. А с этим, возможно, понадобится один выстрел, типа, я не знаю. Я, наверное, дробовик буду оставлять, типа, как на крайний случай, знаете. Нету там впереди еще какой-то твари? Ну так, на всякий случай. Не, нету. Значит, идем. Блин, ноги у них, конечно, такие забавные. И эти наши реплики какие-то живые мертвецы, блин. Ебогу. Так, есть. Опа, есть. Чё есть, чё есть, чё, чё есть? Автоинъектор. Хорошо. Так, установка набора реплика Steam Circle за фартихль...
Чё, блядь? Инструкция по применению. Информация для пациента. Стимулятор циркуляции для реплики. Основа для инъекции в автоинъекторе. Активный компонент. Стимулятор циркуляции для реплик. Номер 99%. Ладно. А, реплик N. Сильнодействующее вещество для только для реплик. Что такое реплика стим-циркул? И когда его применять, стим-циркул представляет свое стремительное раствор в автоинъекторе и предназначен для экстренного применения. Ага. Мгновенно действует на систему циркуляции реплик и быстро устанавливает ее функциональность. Предназначен для повышения критического состояния отказа в корпусах реплики поколения 3 и выше. Автоинъектор стим-циркула можно применять непосредственно из меню снаряжения в меню снаряжения. Вы тоже можете повесить некоторую ячейку инструмента, чтобы использовать его на ходу. Чтобы применить не автоинъектор на ходу, удерживайте C, пока инъекция не будет сделана. Ага, автоинъектор находится в ячейке инструмента, он будет активирован автоматически при возможном отказе системы реплики. Ага, это предотвратит выход системы из строя, мгновенно обеспечит частичное установление. После устранения причины системного отказа обязательно будет за медицинской помощью. Все, я понял. Ну давайте поставим. А! Блять. Сука. Ну ладно. Я думаю, мы ее еще найду. Ладно. Телевизор с современным видеокассетным плеером. Если бы у меня была видеокассета. Что тут? Николины, опа! Что-то не так. Никто не говорит, что происходит с тех пор, как я пришла в себя, все ведут себя странно. Вот тогда они пускают меня из комнаты и не дают обернуться к работе, хотя рана, которую я получила при падении, полностью затянулась. Думаю, в шахте что-то произошло. Я вас услышала двух модулей, ой, которые шептались рядом с моей, с моей комнатой и услышала, что у них кончается персонал. Я переживаю, что с Аристер что-нибудь случится. Я уже давно не получала от нее весточки. Я больше не могу посидеть на одном месте. Алина села. Так она реально! Так было ж написано Ариана, Алина. Я не трепую, там было написано Ариана? Или я реально трепую, и там было написано с самого начала Алина, а я почему-то почитала Ариана. Кто трепует, я или они? Сука. Да, ремонтную штуку забираем. Патроны для ВК забираем. Патроны забираем. Окей, будем тогда на дробовике. Ремонтный патч забираем. Ремонтный хач. Простите. Так. Патроны. Окей, тоже неплохо. Тут ничего такого. Ладно, тут просто полутали, называется. Так, что у нас здесь? Есть тут что? Опа. ЭОЛР 2. Так, короче, пациентка жаловалась на сильную тошноту и головные боли, направленная в госпитальное крыло, когда я вырвала оксидантом во время работы. Клиническая картина схожа с последними случаями наблюдаемыми среди протекторов. Хотя мы до сих пор точно не знаем, что же вызывает этот синдром, мы видим схожее развитие у всех пациентов. Самое удивительное и загадочное заключается в том, что развитие синдрома у реплик и гештальтов протекает одинаково. Крышечные общие тесты показали гипотонию, высокую температуру и дегидратацию, а также внутреннее кровотечение. Сильное снижение когнитивной способности во время первого цикла, алопеция и геморрагическая сыпь. Ёпт, я даже знать не хочу, что это. В течение 5 циклов кожа начинает сходить с большими лоскутами. За этим может последовать ухудшение зрения и снижение коммуникативных способностей. Гештальт пациента обычно к этой стадии умирает из-за инфекции. У реплик результат бывает разный. Угу. То есть какая-то неизвестная хворь всех их подкосила. Но только некоторые реально вздыхают сразу, а некоторые, видимо, превращаются вот в это говно, с которым мне бороться приходится. Замок сломан, ладно. Опа, здрасте. Здрасте, здрасте, здрасте. Все стали такими странными. Мне кажется, осталось только я. Я тоже заболею, как и все остальные. Мне страшно. Я не хочу умирать. Мне кажется, я вас уже видела. Мы знакомы. Сначала заболела только командующая Файки.
Постепенно там себя начали вести вообще все. Мне так страшно выходить наружу. Я не хочу стать такой же, как они. Я не хочу умирать. Все. Так. Коды от настенных сейфов. Опа! Мне стало известно, что по меньшей мере один работник мог получить информацию о частотах передачи кодов для настенных сейфов протекторов. Ага, все работники, имеющие отношение к этой утечке, должны подвергаться допросам, пока не будет проявлен виновный. Я ограничиваю все радиопривилегии работников до дальнейшего уведомления. Ага, все, радио здесь не работает. Понятно, одноразовые шоки я вставить не могу себе сейчас. Никуда вот прям вообще, да? Это на чуть-чуть. Большое. Окей. Ладно, я запомню, что здесь эта штука, да? И вернусь сюда. Ну, давайте тогда сейчас пойдем, положим ненужные вещи. И вернемся к штуке, потому что эта штука более полезная. Если честно. Так, окей, какая-то хвоя. Какой-то реально Silent Hill и Resident, я не знаю. А, покладем, наверное, вот это. Покладем, наверное... Не знаю. Вот эту штуку. У меня есть два ремонтных патча, если что, вернусь, наверное, да? Хотя, я могу наоборот взять вот это и... Взять вот два вот этих, типа, если мало будет, я сразу кольнусь. Типа, буду, хотя, блин, доходить до последнего, конечно. Ладно, посмотрим, подумаем. Будем, как говорится, посмотреть, что из этого выйдет, да? Вот. Ну, так ничего не произошло, поэтому вот прям здесь и сохраняемся, да. Ладно, я надеюсь, вам понравилось это все, ребятки. Вы подпишитесь на канал, поставите лайк, нажмите на колокольчик, напишите приятный комментарий, мне будет очень приятно, да? Ну, с вами была Хэйпи, спасибо и всем пока!